Василий Никандров родился 10 декабря 1919 года в деревне Прутаево. Окончив 7 классов школы и курсы трактористов, работал по специальности в колхозе. В 1938 году Никандров был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Отличился во время освобождения Польши. 18 января 1945 года взвод Никандрова в составе своего полка переправился через реку Равка и захватил вражеский опорный пункт с 5 линиями траншей и других укреплений, уничтожив в общей сложности около 100 вражеских солдат и офицеров в бою в районе села Камеон. Никандров вместе со своим экипажем на горящем танке протаранил немецкий дзот, ценой своих жизней уничтожив ее. Похоронен в братской могиле в Камеон-Дуже. Василий Никандров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, также посмертно был награжден орденом Ленина.